Автор – Динара Исмагулова. Категория – жилищные отношения. Автору блока – министру национальной экономики Бишимбаеву. Согласно пункту 1 статьи 7 закона о долевом участии в жилищном строительстве, долевое участие в жилищном строительстве организуется одним из следующих способов: получение гарантии фонда гарантирования, участие в проекте банка второго уровня, привлечение денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома. Законодательство об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности предусматривает, что строительство объекта может осуществляться по очередям, согласно плану. В этой связи прошу разъяснить, допускается ли привлечение денег дольщиков по разным очередям строительства. Уважаемая Динара, в соответствии с пунктом 2 статьи 8, 9, 10 Закона Республики Казахстан о долевом участии в жилищном строительстве от 7 апреля 2016 года проект строительства жилого дома может предусматривать несколько объектов строительства на одном земельном участке. В этой связи сообщаю, что осуществление строительства разных очередей строительства, расположенных на отдельных земельных участках в пределах одного отвода, разными способами организации долевого участия в жилищном строительстве законом не запрещается. Считаем, что особенностями данного закона является, опять же, особая роль инжиниринг-компании. Считаем, что именно инжиниринг-компания будет стоять заслоном на пути целевого использования денег дольщиков. И использовать деньги дольщиков могут застройщики только после заключения инжиниринг-компании.